Никаких слов напутствия, все давно уже сказано, все тактические варианты отработаны. Представительница Ульяновской школы борьбы Рената Минибаева выходит на свой первый поединок первенства Поволжья. Волнение отца и тренера Фарита Минибаева напрасны. Не проходит и минуты, а счет уже 10-0 в пользу его дочери. Секунданты соперницы выбрасывают белый флаг. Я вообще сильно настраивалась на все, потому что видела на других соревнованиях, она себя очень хорошо проявляла. Вот, поэтому надо было настраиваться, потому что не бывает легких поединков. С таким же запредельным настроем Минибаева провела еще три схватки, и во всех судьи констатировали счет 10-0. Рената стала одной из главных героинь первенства Поволжья по вольной борьбе среди спортсменов не старше 15 лет. Эти соревнования в 12-й раз подряд прошли в Ульяновской области. Рекорд, который вряд ли когда повторит какой-либо другой регион округа. Любой регион, как бы за счастье провести первенство Приволжского федерального округа. У нас 14 регионов, и каждый год нам приходится доказывать право благополучно провести это соревнование. Слаженная работа организаторов и объективное судейство арбитров – вот два фактора, благодаря которым Ульяновская область раз за разом получает право проводить первенство Приволжского федерального округа. Кроме того, в апреле будущего года региону доверили провести финал первенства страны среди девушек до 17 лет. В руководстве региональной спортивной борьбы говорят, что не последнюю роль в этом сыграло участие ульяновской спортсменки Инны Тржуковой в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. По стопам именно Инны много девочек пошло записываться в эти секции. Соответственно, они растут. И нам сейчас интересно проводить эти соревнования. Потому что, как говорится, дом и стены помогают. И больше шансов попасть в основной состав сборной команды. Родные стены помогают ульяновцам и в рамках домашнего первенства Приволжского федерального округа. В нем, кстати, приняли участие почти 400 представителей из 13 регионов. Хозяйская команда в числе лучших по количеству завоеванных наград. Кроме Ренаты Минибаевой, победы на счету Алены Платовой и Айрата Ефизова. Кроме того, в копилке ульяновской дружины еще 3 серебряных награды и 9 бронзовых. В тройке сильнейших неофициальным командам в зачете также сборные Оренбурга и Чувашии. Михаил Саршанский, новости Ульяновской правды.